На полигоне Ейске в финале участвуют военнослужащие из 7 стран-участниц конкурса. В начале эстафеты на старт одновременно выходят 2 подразделения от команды. Подразделения переносных зенитно-ракетных комплексов и расчет зенитной установки. Начинает эстафету подразделение ПЗРК, которое на финише передает эстафетный флажок своему расчету зенитной установки. Участники соревнования померятся мастерством в вождении БТР и автомобилей по пересеченной местности и преодолении на технике различных препятствий – Косогор, Восьмерка. Также во время прохождения маршрута военнослужащие поразят мишени из различного вооружения. В качестве мишени выступят наземные и воздушные цели, в том числе имитирующие вертолеты, самолеты, бронетранспортеры и живую силу условного противника. Всего будет поражено более 300 мишеней. Победители и призеры «Чистого неба» в общем зачете определятся по сумме мест во всех этапах конкурса, сообщает пресс-служба Южного военного округа.